В «Газпромнефть» в «Ноябрьскнефтегазе» завершилась серия встреч, посвященных принятию нового коллективного договора. Напомню, проект нового документа был отправлен в каждое структурное подразделение предприятия 20 февраля. Комиссия, в состав которой вошли представители профсоюзных комитетов и аппарата управления, посетила практически каждый производственный цех, чтобы обсудить с сотрудниками компании все нововведения и выслушать предложения людей. В повестках встреч значилось и избрание делегатов от каждого цеха. 28 марта они соберутся на конференции профсоюзов, где новый документ обсудят в последний раз. Ожидается, что к 29 марта договор будет утвержден и подписан. Добавлю, новый проект коллективного договора разработан в концепции единой социальной политики «Газпромнефти», а значит, в нем будут сохранены все действующие нормы и гарантии. Приятно осознавать, что равнодушных нет. Вот мы провели порядка 30 встреч. Как в Муравленко, так и в Ноябрьске. Это подтверждает то, что значимость коллективного договора, она очевидна. Хочу отметить и еще раз подтвердить, отработали так, что максимально все льготы и гарантии, которые действуют в нашем сегодняшнем коллективном договоре, они перенесены в формат нового документа.